Ну хорошо, вот эта штучка придумана, да, под водой снимать, опа. Угу. Вообще, да. И самое удивительное, что, казалось бы, вам это не интересно должно быть, вас должно быть, а вы в этих аппаратах разбираетесь лучше любого оператора. Это очень хорошо. Это здорово. Да, это мы снимали над водой, это под водой. Это под водой, да? Под водой снимали все. Я посмотрела, вот так бы снимали. Да, что-то такое было. Я под воду ушел, короче, с камеры забылся. Тут надо было, слышь, ручку, наверное, покороче сделать. Длинная тут уже не это. Длинная это вот так. Да, покороче. А тут покороче уже тут раз. Я тогда думал, что купили бы вот так. А она глубокая. Тигакс ушел, короче. Вода чистая, и кажется, что это. Да. Смотрите, а здесь горка детская, которая спускается прямо в воду. Видите? Ну, дети особо. Катятся по горке и падают, вылетят да. В воду. Они особо. Ну, чтобы их так чтобы не напрягать, их, чтобы они не угу. Ну, тут мелко вот здесь, здесь мелко. Дед Петрович, из воды снимите себя, из воды, вот самое интересное, из воды, как будешь смотреться, из воды себя. Себя вот камеру под воду, под воду, и вот, чтобы камера из воды на нас смотрела. Я вот так вот и сделал. Сделали, да? Еще раз. Еще раз. Под водой. Под водой. Ага. Знаете, как мы сделаем сейчас? Смотрите. Раз кино уже. Слышь, а вот здесь, смотрите. Вот там да. Где-то источник бьет, самая холодная вода, тут не так холодно. Так, Дед Петрович, смотрите, как сделано. Вот представьте, что камера работает внизу, снизу. Я вот опускаю и набираю воду. Понимаете? И будет очень интересный вот так сюжет, вот. Да, да. Ну давай, вот так вот спокойно сам. Очень будет. Серьезный сюжет был. Давай, давай. Она уже работает, камера. Работает. И вот меньше ее такой сделать, да? Угу. Так, чтобы камера была уже внутри. Воды. Давай. Камера внутри. Работает. Вот прям вот. А можешь с вами сфотографироваться? Да, сфотографируй.
Снимаете или не снимаете? Снимаю. На камеру? Да. А вы где мы находимся сейчас? Мы сейчас находимся непосредственно в самом центре Дивеево, где монастырь, и вот рядом с нами, вот она, дерево, начинается канавка. Вот сейчас мы пойдем по канавке, то есть это святейшее место, по которым сама Пресвятая Богородица проходит и ограждает от всех козней рогатого. Да, сейчас мы на нее ступим. Какой собор, да? Огромный. Вот это новодел, этот сделали новый. Так, ну что тут они? Ага, они тут закрыли. То есть вот это начало было. Это начало было. И здесь ходил вот начало Святой Канавки. Значит, что-то тут они закрыли. Ага. Вот это вот конец был Святой Канавки. Сейчас мы спросим. Проход закрыт. Скажите, пожалуйста, а как в начало попасть к канавке? Она закрыта, к сожалению. Вот тут, она вот, закрыта. Вот написано, да, зелененьким. Ну, это я знаю, я раньше ходил. Да? А теперь она закрыта, по да? По кругу, да. Теперь сказали, с другого круга надо заходить. Благословили на другой ход. А где он ход этот? Здравствуйте. Ну, я так поняла, что здесь вот пройти. Да? Точно, а вот так же. По внешней стороне этой же канавки обычно. А там работает вот? По внешней. А, в смысле, вот да, так нет, просто. Вот за забором обходим, да, даже, да? Да, просто некуда больше. Так, там они ремонт, и вход, и выход здесь вот все закрыто. Ну и все тогда. Хорошо. Давайте тогда там посидим. А мы посмотрим. Может, зайдем или что? Помните? Ну пойдемте туда лучше. Да, узнаем, посмотрим. Да. Вот сюда там красивое место. Закрыто. Ну, а этот как раз делают, а эту канавку закрыли они. Чего ее было закрывать? Вообще закрыто. Ну, ход, где же он, ход. Временный проход, канавка. Thank you.
Остановка на ремонте. Кстати, храпеет, вы в курсе, да, что это сердце, значит, что-то проблема? Сердце. О, красавчик. Вот это вот сделали я, когда приезжал, его не было. Начали с фундамента, и сейчас уже, о, как он. Ну так я тут что-то не пойму. Он уже был, что-то наводил, я в смысле, он уже готовый был. Опять что-то его подкрашивают. Ё-моё. Вот это вороны. Сейчас мы уйдем. Кто-то ко мне летит. Птеродактиль какой-то. Птеродактер, да? Слушай, а это школа, да, Гена Петрович, вот это получается? Нет, это их не какой-то. Это их не какая-то это. Кухня. Кротов ловит, смотри. Кухня. Там стоит. Что-то они что-то делают. Ну, точно, блин, она какая делает, смотри. Как знаешь, а? Главное, так он отрыл себе. Отрыл, знаешь, ходил. Тоже интересно. Вот, вот солнце.